17 февраля по 7 марта в Ульяновской области будет проводиться адресное информирование избирателей о выборах президента Российской Федерации согласно проекту «Информ УИК». Это знакомый многим формат «От двери к двери». Но на этот раз обходчиков снабдят специальным мобильным приложением. Программа «Информ УИК» останавливается на смартфоны организаторов выборов. В ней отражается последовательность вопросов, а ответы и другие необходимые данные можно заносить на панель устройства. Сейчас будущие обходчики проходят серьезную подготовку. Центр избирком проводит дистанционные вебинары, местные избиркомы организуют очные семинары. С сегодняшнего дня здесь у нас гимназия номер один проходит курс обучения. Что он включает? Это, во-первых, знакомство с мобильным приложением, которое разработано, которое требует логин и пароль от каждого участкового избирательной комиссии для каждого обходчика. Это возможность выхода в специальную образовательную программу TeachBase, где они также будут проходить и обучающие мероприятия, и тестирование, а также это возможности в Telegram-чат-бот, где все ответы, которые у них будут, и вопросы возникать, они могут получить. В обходах избирателей будет задействовано около 3000 членов УИК. Они расскажут о месте голосования, сроках, доступных способах голосования и вручат приглашение на выборы. Ну, я думаю, морально здесь уже каждый готов, потому что комиссия сформирована не первый год. И, в частности, как бы мои коллеги уже занимаются выборными кампаниями уже на протяжении 5 лет. То есть кто-то, в основном это старый состав, уже, да, кто-то более 5, кто-то более 10, сотрудники все опытные, поэтому я думаю, что проблем особых не будет. Кроме того, организаторы выборов позаботятся и об экипировке информаторов. Опознавательные знаки будут на их одежде и сумках. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.